Вот. Как там будет? Записываться. Варежки надо одеть. Заодно. У меня тут лишний трафик появился. Надо его как-то закинуть. Закинуть, так сказать, блин. Закрыть мне. Взять эту, я ее называю селфи полено, дубинка. Значит, здесь меня нормально видно, нормально слышно. Вот. Как бы хотелось бы, чтобы нормально слышно видно. Я еще как бы не планировал видео записать, но так как тресники тут это разрабатывают свою МТС-систему, а в некоторых случаях очень неудобно. Поэтому видяшку решил записать. Иду вот по дороге. Видно, что МТС. Туда вот иду я. Это вот оттуда. Так, значит. Сегодня с утра разговаривал ВКонтакте. Ну как разговаривал? Переписывался. По поводу некоторых вещей касательно того, что как так сделать, чтобы переживать Бога. Как-то вот это вот его ощущать, да? Не все же как бы переживают и ощущают его. Не все его могут потрогать. Не все. Я просто немножко как бы в курсе способа. Ну как способа? Ты не сам этого достигаешь, опять. Единственное, что если ты реально этого хочешь, папа в своем сердце это усматривает. Я сегодня просто пришел к выводу, что тебе просто необходимо приготовиться к тому, что достаточно будет боли, разочарования, трэша в твоей жизни. Ты скажешь, что это, блин, это все получается. Опять же, как бы цену какую-то надо, да, платить за то, чтобы присутствие Бога было. Может быть, это и кто-то и называет ценой. Я не могу это сказать, что это цена. Может быть, как бы, если вот так вот перефразировать, может, это и есть цена. Может, но ты не платишь. Ты не платишь. Просто там, где боль, смотри, я тебе сейчас объясню. Там, где боль, там обязательно... Обязательно папа приходит своим присутствием и обнимает. Ну вот, сынок у меня, например, упал, ему больно. Он раз такой пошел к папе. Я его там пожалел. Понимаешь, как бы. Он так раз успокоился. Вот. Или он сказал, баба, иди вон, именем Иисуса. Пожалел. Вот, ну то есть... Ты никогда не сможешь испытать, знаешь, заботу отца, да, о твоей нужде, если у тебя нет нужды. Ну, просто логически, вот нет нужды, ты не испытаешь заботу отца об этом, о том, что он тебе решает, например, разрешает эту как-то нужду. То есть понятно, да? Вот. По-другому не получится. Ну, только вот так вот. Вот. Нужда должна быть. Нужда, ну да, правильно сказал. Вот, должна быть. Нет нужды, соответственно, не будет ее решения. Соответственно, ты не переживешь особое
папе на такое вот это вот присутствие, ощущение его забот, да, переживания о том, как он заботится. Вот. Не будет боли, соответственно, Бог не в состоянии будет тебя, ну, он обнимает, но как бы, как это сказать, понимаешь, вот пережить это особое такое вот чувство его любви, исцеляющее, да, когда он тебя исцеляет боль, невозможно, если боли нет. То есть он любовь-то изливает, но ты, как помнишь, такой случай, значит, к фарисею к одному он пришел, мне, значит, это, и к нему потом, к этому фарисею, уперлась, значит, вдруг женщина там, да, и масло ему там на ноги поливает, значит, плачет, обливается слезами, ну, фарисей в сердце своем, как он дает к себе прикасаться, это грешница. Ну, Иисус ему говорит, уловил эти мысли такие в сердце его, говорит ему: слушай, вот я к тебе в дом пришел, ты мне ни воды, говорит, не дал ноги умыть, ни маслом голову мою не помазал, как бы. Вот, она вот тут и ноги умыла. А, ну он притчу ему сказал, говорит, кто больше возлюбит, тому, кому больше прощено или кому меньше. Он говорит, ну тот, кто, кому сильнее, больше это, да, прощено. То есть ты реально почувствуешь вот эту вот особую любовь. О, чем больше боли, тем больше любви отца. Просто если ты реально как бы вот это вот решил переживать, да, особую любовь, присутствие Бога, ну, я тебе серьезно говорю, приготовься к тому, что у тебя будет много боли. Приготовься. Это не просто так. Ты не можешь осознать вот эту вот особую любовь отца по отношению к тем, кто страдает, если ты не страдаешь. Это нереально. А само спасение, оно по-любому тебе дано. Но вот есть разные отношения. Разные отношения есть, понимаешь? Вот. А у отца к своим детям. И те, которые действительно много страдают, на них папа много любви сделает. Те, которые меньше страдают, на них меньше. А те, которые вообще не страдают, ну просто отношения есть еще. Вот это именно исцеляющее такое действие любви отцовское, оно на них не изливается, чисто потому, что они в этом не нуждаются. То есть разницу чувствуешь. То есть, например, смотри, перед тобой стоит миллиардер, и перед тобой стоит совершенно нищий, нуждающийся в хлебе. А у тебя есть свободная сумма денег, которую ты мог бы пожертвовать, да? Кому ты пожертвуешь? Миллиардеру или вот этому нищему, который нуждается? Конечно же, нищему. Потому что миллиардер не нуждается, он сам может дать. Вот. Так вот, скажи мне, пожалуйста, после того, когда ты дашь нищему, миллиардер даже на твои деньги посмотрит и скажет: фу, иди со своими копейками. А нищий что сделает? Да он тебя, блин, заобнимает, зацелует. Он тебе в любви признает. Ну, нормально. Вот. Понимаешь, как бы? То есть разницу чувствуешь, да? Вот так вот и получается, понимаешь? Вот он нуждается, ты ему дал этих денег. И он в сердце своем начинает испытывать благодарность к тебе, понимаешь? И тебе приятно. Вот. И он и в этот момент, может быть, даже переживает особое присутствие Бога. Миллиардер этого переживает, даже не подумает о том, что такое вообще возможно переживать вот эту вот любовь отца, понимаешь? Почему? Интересно, да? Вот апостолы даже сказали, что не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою, наследниками царства? Потому что богатые, они не ощущают нужды в этом, понимаешь? У них вот все покрыто, и они не могут увидеть, понимаешь? Папа открывает своим детям, которые не имеют как бы достатка особого в этом мире, может, кто-то вообще не имеет, открывает царство свое, открывает, понимаешь, любовь свою, открывает свою милость.
он показывает свою заботу об этих детях. А миллиардеры, ну, они не будут этого ничего испытывать. Почему? Потому что у них нет нужды. Причем пошел, захотел купить. Я не против, я не против миллиардеров сейчас проповедую. Я хочу просто поставить точки над «и». Если ты хочешь стать миллиардером, становись. Здорово, ты сможешь послужить Богу в том, чтобы, знаешь, помогать нуждающимся, да, вот тем, кто в нужде, и папа тебе будет показывать. Тоже здорово, понимаешь? Ну, во всяком случае, ты, например, может быть, уже проходил какие-то ситуации, ты ощущал, переживал любовь, излияние любви отца, да? А они вот нет. Понимаешь? Они вот нет. И потом, как бы, ты будешь помнить это, и ты будешь, может быть, и дальше переживать это присутствие любви отца. А если, к примеру, человек уже вырос в любви, обласканный, обнизнеженный, и у него все время все было в углу и все, понимаешь, тоже вот как бы, да, может тоже испытать любовь отца, потому что папа может дать ему вот это вот особое переживание о том, что он нуждается, да, в отцовской любви Бога. Тоже, ну, я имею в виду вот эту вот разницу, да, ну, что ты хочешь, что ты хочешь. К примеру, когда ты зимой замерз, идешь по улице, и ты замерз, тебе хочется тепла. И когда ты попадаешь в тепло, ты кайфуешь, говоришь, как классно. А тот, кто живет в Африке, он даже тебя и не поймет. А чё такой кайф от тепла? Мне холодно. Вот, понимаешь, как бы? Ну вот разницу чувствуешь. Надеюсь, я вот этой вот такой вот своеобразной темкой, да, на видео смог сейчас как бы, даже не планировал особо сильно говорить об этом, просто думаю, о чем-то поговорить хотелось. Ну вот как бы вышла классная темка, честно говоря. Вот, надеюсь, Дух Святой тебе сейчас открыл одну из граней того, каким образом любовь Божья, какие-то вот такие особые грани одни могут получить, другие не смогут никогда это получить. Вот. Ну вот, как бы, на этом, думаю, достаточно.